Как обычно, первая рыба — это щук. Опа. Удрал. Да, приехал за карасем, а тут все как обычно. Ага, нападение прям. Клюнул супер шнурок. Воблер на воблер. Поводок схватил, не отдает. Ой! Жадный. О, иди давай, монстр ты наш. О, заметался. О. Конечно. Между ног спрятался. Иди сюда. Хитер. Прям на падение клюнул. Не хочет бель клевать. Карася нету. Ни плотвы нету. Наверное, шнурки всех разогнали. Сейчас надо сначала шнурков разогнать. А вот мы поймали вот такую рыбку. Это у нас карасик. Первый. Первый карасик в этом году. Так, стукнул кто-то. Ага, вот. Поклевочка, жует. Так, это у нас кто это тут такой? Щук, что ли? Пускай погуляет. Конечно, щук. Вот такой мелкий щук. Вот кто-то его как ел. Беги. Кто-то клюнул у меня, поставил мотыля от Беркли, и прям на падении кто-то у меня клюнул. Ну это кто? Это у нас карасик. Вон какой красавец. Вот такой карасишка клюнул на мотыля Беркли. Только мотыля поставил. Так, надо сфотать. Значит, крутится тут карасик. Еще поклевочка, что ли? Ага. Эх ты! Убежал. Походу, тоже карасишка был. Ну-ка. Может, ключик подобрали?
На опарыша не хотел. На опарыша одни щуканчики. Значит, крутится карасик здесь, крутится. Брать не хочет паразит. Ага. Кто-то у нас клюнул. Шнурок поди опять. Нет. Это не шнурок. Это у нас клюнул карасямба. У нас карасик клюнул. Ага. Кого-то зацепили. Шнурок поди. Конечно, шнурок. Шнурок был. Видел его. А клюет как карась. Шнурки шастают тут. Карасю клевать не дают. Разогнали весь рыб.